Я ношу эту белую ленточку, потому что она для меня символ свободы. Я ношу белую ленту как символ перемен и возрождения России. В нашей традиционной культуре белый цвет – это цвет чистоты убеждений. Я ношу белую ленту, потому что мне кажется, что это символ протеста. Что в какой-то момент выяснилось, что белый цвет… Пошли с нами. Я ношу белую ленту, потому что я молодой ученый. Я не хочу уезжать из своей страны. Я хочу поднимать научный потенциал нашей страны. Я ношу эту белую ленту, потому что это символ нашего протеста. Вот уже на протяжении 7 месяцев мы здесь, в Москве и в других городах страны, пытаемся надавить на власть и будем продолжать это делать для того, чтобы власть прекратила политические репрессии, прекратила воровать у нас все наши свободы и честные выборы. Прежде всего, будем требовать досрочных выборов. Белая лента объединяет нас, как все политические силы, которые отстаивают наши гражданские политические права. Я ношу белую ленту, потому что мои друзья, люди с такими же идеалами и такими же ценностями, как и я, носят белые ленты. Мы хотим того, чего хочет любой нормальный человек в нашей стране. Мы хотим свободы, мы хотим равных возможностей, мы хотим достойного представительства, мы хотим просто соблюдения достоинства наших людей. Я ношу белую ленту, потому что это символ надежды. Я ношу белую ленту с декабря 2011 года. Я ношу белую ленту, потому что для меня белая лента стала символом свободы. А в силу, возможно, каких-то случайных обстоятельств, а может быть, верующий человек сказал бы, что это так было задумано, я не верующий. Но самое главное, что с белой лентой мы сейчас сотрудничаем и продолжаем эту работу. В конце концов, защита избирательных прав – это защита прав человека. Поэтому движение за права человека, которое возглавляем вместе с белой лентой, создает новые общественные организации, мы поддерживаем новые инициативы, и дело белой ленты продолжается.